Всем привет! Сегодня мы с вами попробуем половить белого леща. Осталось не так уже много часов от моей путевочки. Но попробую разловить лещика на кусочки рыбы внахлёст. Попалась нам перуанская сардинка. Так, симпатичная рыбешка. Она, по-моему, тоже там в квесте участвует. В промысле. Вот хорошенький лещ попался. На 4 килограммчика. Поклевочка. Вынимаем. Кто-то, по-моему, тут побольше, чем лещ. Да, это акула. Голубая акула. Ждем очередную поклевочку. Время осталось не так уж и много. Доловим остатки путевки. Может быть, разловим леща. На форуме я посмотрел, тут немногочисленные там упоминания, где он ловится. Тут лещ морской простой у нас попался. И вот на зеленом заливе там почитал, что именно здесь вот лещика можно половить. Может быть, еще, конечно, где-то он ловится. Ну, так полазить. Ну, уже время не больно много, чтобы тут особо что-то. Вот еще лещик попался нам на кусочки рыбы. Чтобы тут искать, тратить это время, просто посидим, половим в этой ямочке вот тут. По крайней мере, поклевывает. Это у нас попался кинжальный лещ, разновидность морского леща. Еще потычка, поклевочка. Лещ морской. Три вида леща здесь уже попалось в этой ямке. Это уже кто-то крупный. Не знаю. Ну, скорее всего, акула. Ну, давайте, что ли, вытянем, посмотрим. А вдруг что-то необычное? А, нет, тоже голубая акула. Красная рыбешка, берикс австралийский. Еще один морской незачетный лещ. Ну, наверное, я так понимаю, в ночное время белый лещ клюет зачетный, и нужно посидеть, поразлавливать. Вот у нас сардинка попалась. Так, да, пошли незачетные особи, наверное, все-таки ночное время наиболее благоприятное для ловли лещей этих. Ну вот и зачетный попался, но не тот, не белый лещ. Так, поклевочка, а вот уже белый, 4 килограмма, хорошенький. То есть можно будет поискать, может быть, еще свою ямку поразлавливать. Я тут до этого тут буквально вот пару часов тут покидал по ямкам. Вот в этой ямке у меня
наибольше, так вот, наибольшие предпочтения так выказал белый лещ. Я сюда все три удочки закинул. Вот сардинка зачетная нам попалась. Будем знать, значит, она в этой ямочке тоже, когда будем выполнять промысел. Уже не первый зачетный попался в этой ямочке сардиночка. Еще поклевочка. Смотрите, здесь такое красивое местечко. Лещ зачетный, беленький. Горы со снегом вдали видны. Хороший вид. Необычный для нашего глаза. Кто-то крупненький, давайте вытянем, посмотрим. Интересно, что все будем вытягивать, все, что клюет, все будем вылавливать, смотреть. Сколько выловим, столько выловим. Первый раз мы тут, не до жиру. Акула голубая, зачетная, 47 килограмм. Пускай будет. Небольшой незачетный лещ. Какая у него форма интересная. Так, поклевочка. Лещ морской. Напоминаю, что ловим мы нахлыст. Беленький попался зачетный. Хорошо. Ну вот, уже скоро нас будут выгонять отсюда. Незачетный. Так что желаю вам удачной рыбалочки. Всем счастливо. Пока-пока. К сожалению, наше время истекло. Удачной рыбалочки. Счастливо.